Добрый день, мы сейчас находимся в Красногорке. Здесь проведем мини-турнир для ребят до 15 лет. И его категория до 55 килограмм. Голу подними, Обручков Никита у нас Паркана и Гординару Андрей Красногорка. Судить будет у нас Рынчук и Танасюк Ксения. Не стесняйтесь, повернитесь ко мне лицом. Так, первая схватка на левую руку. Будем бороться до двух побед, попеременно на левую и на правую. Сейчас на левую руку. Ready, go! Стоп. На левую, на первой встрече побеждает Гординар. Переходим сразу на правую. Поменялись местами. То есть задача победить два раза. Выровнять корпус обручком. Ready, go! Стоп! Пока по одной победе. И возвращаемся на правую руку, если вы готовы. Если что, отдохните. Так, вторая схватка на левую руку. Обручков слева, Гординару справа. На левую побеждает. 1-1. Стоп. На правую руку. Пока счет 1-1. Значит, смотрите, обратите внимание, положение головы у Обручкова слишком за линию заходит. То есть не должен заходить за линию. Значит, у нас на правую руку. Значит, на левую руку 1-1 пока. Сейчас переходим к правой руке. Ready, go! Стоп. Два раза побеждает на правую руку Гординар. На правую руку он является победителем. Переходим к левой руке через одну минуту. Все, начинаем поединок. Третий поединок на левую руку. У нас счет на 1-1 на левую руку. А на правую Гординар выиграл. 2-0. Ready, go! Объявляется победителем Гординару. Обручков занял второе место. И сейчас, пока Никита устал, Ксюша поборется с ним на левую руку, на правую. Все, это мы не будем записывать. Вы, ребята, идете в тяжелую атлетику. Так, Гординару, Ксюша, Валентин и Никита. Все. Вон. Все, молодцы, ребята. Сейчас проведем награждение. Специально для вас привез атрибутику, кепки. Да, все, на этом заканчиваем.